Дольче Габбана, Армани, Диор и Фенди из сезона в сезон демонстрируют детские линии одежды. Создавая сказочные, трогательные, порой совсем не детские образы, они пытаются приобщить даже самых маленьких к большой моде. Заглянув в шоу-рум Елены Бурбы, мы попытаемся узнать, каким настроением наполнена первая детская линия дизайнера. ID Fashion Real Emotions. В чем уникальность бренда? Я всегда говорю, что все вещи, которые мы делаем, делает наша команда, они пропитаны любовью. Поэтому уникальность в том, что это красивые вещи, женственные. Все вещи, которые делаю я делаю искренне. Я в них вкладываю немножечко капельку своей души, поэтому наши клиенты их носят тоже с любовью. Как рождаются идеи для ваших коллекций? Приведите примеры самой интересной истории создания. Все идеи, они приходят в голову абсолютно спонтанно, когда этого я не жду, не планирую, поэтому очень много раз я записываю просто какие-то мысли себе в блокнотик, в телефон, что более надежно. На одном мероприятии я познакомилась с одним рок-н-ролльщиком, и меня очень вдохновили девушки, которые находились возле них. Это так было для меня красиво и сильно, когда такие брутальные мужчины и очень красивые, нежные, романтичные девушки. И так родилась моя коллекция Made in the Shape, которая была как бы вдохновлена рок-н-роллом и, собственно, Rolling Stones. Что вдохновило вас на создание детской линии одежды? Меня всегда вдохновляли и вдохновляют мои дети, естественно. То есть очень давно уже я начала шить детские вещи, но только для своей семьи. Потом это все количество росло, так как у клиентов тоже есть свои дети. Я знаю, как делать одежду, и я знаю потребности маленьких детей, именно вот детей их возраста. Поэтому и линию мы запускаем, то есть она до школьников, ну там у нас 8 максимум. Потому что пока что я познаю потребности вот именно этого поколения нового. И я надеюсь, что это будет что-то новое, уверенное, оригинальное и того, чего нет. Расскажите о названии коллекции. Как она появилась? Наше название детской коллекции соответствует нашему магазину, который мы сейчас открываем. Называется она «Мини-фашиниста» для деток, чьи мамы хотят приобрести что-то более стильное, уникальное и эксклюзивное. Какой стиль детских вещей вашего бренда? Ты знаешь, Лиза, я думаю, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Пойдем посмотрим. Это наши летние вещи. Ты сама видишь, что они все яркие, красочные. Фасоны немного напоминают нашу взрослую линейку, но в то же время они выполнены из более ярких или, допустим, более нежных, деликатных материалов, так как все-таки детки привереды, и даже если вот у нас есть органза, мы всегда делаем все с натуральной подкладкой для того, чтобы ничего не кололось, для того, чтобы было все комфортно. В моей летней коллекции этого года было очень много горошка, это именно тот же жаккард, и мы вот выпускаем такое платье взрослое и, например, такое платье маленькое, как из моей коллекции. Давайте посмотрим, как это все выглядит на маленькой модели. Давай примерим на мою нитку. Ой, отлично. Замечательно, теперь самые маленькие могут выглядеть супер стильно. Собственно, это и есть идея нашего бренда, в том, что мы мини-фашиниста. Меня зовут Лена Бурба, и я приглашаю всех в маленький бутик мини-фашиниста, специально для ID Fashion. Солнечным настроением и эксклюзивным нарядом от Елены Бурбы ID Fashion отправляется на поиски новых детских коллекций. С вами была я, Лиза Линк,
Eddie Fashion Real Emotions.